Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Буквально сегодня я перешел в алмазную лигу 35 ранг. И помог мне в этом деле разгром. Поэтому давай-ка мы дальше продолжим за него играть. Так, мне дают 33 ранг. Обычно мне дают тут 41 и так далее, а тут надо же. Ой, зачем? Вот это опять тупануло, а, ребята? Пум-пум-пум. Вот такие вот у нас, ребят, дела. Убираем отсюда эту тыкву. Да, что дальше? Еще тыква у тебя там? Да наверняка еще тыква у него. Нет. Хотя есть, мне кажется, у него. О, что он выставляет, прикинь. Ну-ка, давай вот так, наверное, с тобой сделаем. Окей. Дальше, что же нам делать дальше? Давай так вот, наверное. О. Сможет подбить или нет, как думаешь? Мне кажется, нет. Ну, ягоду, да, истратит. Ну, обмен, грубо говоря, понятно. Пумс. Замечательно. Так, что далее мы с тобой делаем? А далее мы с тобой сделаем, наверное. Давай вот так вот. Есть у него колотушка или нету, как думаешь? Обычно у подсолнухов встречаются именно эти колотушки. Нету. Окей. Ну что ж, тогда хорошо, ребята, прокачиваемся. Мы с тобой прокачиваемся. Опачки. Нормуль, да, так? Дальше мы сделаем с тобой вот так. Жух. Так, и смотрим, что он будет делать. Ага. Ох ты. Неплохенько тогда. Неплохенько. Поехали. Так, защита срабатывает. Это мы сохраняем. Так. Окей. Ну что, погнали дальше. Так, здесь мы сделаем следующее. Бомбанем вот так вот. Хопа. И сделаем вот так. Хотелось бы посмотреть, что он... О, тыковку вызвал. Ну, спасибо тебе большое. Мне как раз ее не хватало. Еще прокачка идет. Надо же. Ох ты, ох ты, ох ты. Погнали. Так. Ну что, ребята, 11 хп у него. Мы с тобой сделаем следующее. Вот так вот. Пропускаем ход. Точнее, не ход, а... О-хо-хо-хо. Так, 8, да? Ух ты, даже ягодку позвал, надо же. Так, ребята, ну что? Сделаем тогда следующее. Сделаем тогда с тобой следующее. А как лучше? Тут 5 и 3, 8, да? 8. 100% мне кажется тут... Давай-ка мы вот сюда, наверное, поставим с тобой. И вот так. Я надеюсь, у него не выпадет 3 в лицо. Даже если и выпадет, ребята, это ему не поможет. Давай сюда поставим, так уж и быть. Даже если 3 в лицо, ребята, он мне ничего не сделает. У меня еще одно хп будет. Ну что, сейчас все зависит от того, что у него там будет. У него там, походу, ничего не будет, да, ребята? Ну давай я вот так вот сделаю.
Два случайных шампиньона. Все, понятно с тобой, короче, все. Ты понимаешь, что шампиньоны я сейчас уничтожу с помощью вот этого баллончика, да? Ну и... А почему он не стал делать... А, ну правильно, ребята. Потому что я не стал делать. Все, короче... Сдался, сдулся, короче, да, противник. Ну да. Но на самом деле я выигрывал нашим разгромом, по большому счету, за счет, ребята, вируса. Есть такая карта вирус, я думаю, ты знаешь. Вот этот вирус, когда начинает действовать, то, ребята, ну, мало кто выживает. Даже если у него есть легендарные карты, и если ты уже, как говорится, разошелся, да, и у тебя... забита площадка. Главное, чтобы не было таких карт, которые уничтожают всех на земле. Это вот самое противное, что может быть. Так, ну что, я так предполагаю, у него есть грипп. Давай проверим с тобой, есть или нету. Наверняка он есть у него. Да ладно, нету грибочка у тебя. Ну, такое тоже бывает, почему бы и нет, ребят. Ну, не выпал ему грипп. Я же предполагаю просто. Но он, видишь, он не спешит. Мне кажется, он ждет комбу определенную. И комба у него обычно на грибах, насколько я помню, ребят. То есть выставляет полянку и начинает это, а потом превращает их всех в ананасы. Ага, нет, тут немножко по-другому, ребят. Неужели с этим, с прочерками берет? М? Скорее всего, с прочерками, ребята, будет. Здесь заморочка. С прочерками, значит, у него есть там дубликат атаки. Ну, двойная атака, точнее, да, получается. Ну, что ты там? Думаешь, в кого? Вот в этого спортсмена бомби. Ну, давай я вот так вот сделаю, наверное. 6. И вот так. Сейчас он будет уничтожать. Ага, вот так даже делает. Ага, цветочком, все, я тебя понял. Значит, цветочки, да, любишь? Так, начинается. Что, прочерк будешь ставить, что ли, я так понимаю, да? О, даже как. Ого. Погнали. Все-таки хочет уничтожить мне моего етика. Но он, в принципе, и уничтожит его. О. Так, ну что, я предполагаю, наверное, сделать вот так. Потом сделать вот так. И вот так. Ох ты. Ты смотри, что он делает. Что он творит, ребят? И рикошет еще случайно у зомби. Да хорош. Блин, ну еще и карту возьмет, а, прикинь. Еще и возьмет карту. Сейчас начнет брать заклинахи, да? Ну что, ребята, тут уже не до шуток. Тут уже все серьезно. Давай смотреть, что ему там сейчас выпадет. Ого! И кого ты хочешь сюда поставить? Банан? Это что-то новенькое, друзья мои. Все растения еще и получают плюс один. Погнали, короче. Единственное, что мне вот с этими бананами, ребят, я не знаю, как мне тут сделать с ними. Оп-оп-оп-оп, банана, банана. Ну, я могу только лишить атаки их. Если честно. Только лишь лишить атаки.
Давай сделаем вот так вот. И... Так, две энергии нам с тобой понадобится, да? Пропустим. Опачки, кто у него здесь, смотри. О, даже как. Ну, здесь понятно, здесь уничтожаем. Так. Как бы нам сделать? Ну, давай, наверное, вот так вот. Чтобы не было атаки, да? Этого мы уничтожим. Угу. Так, а сюда мы поставим вот таким вот образом. Поехали. Тюм. Да, далее что? Все, бананы свои, да? Все свои бананы. Давай вот так вот сделаем. Хоба. И пропустим ход пока. О, превращает в разных. Ну, я думаю, что он не успеет. А, нет, успеет. Нет, не успеет все-таки. О, начинается, короче, ребят. Ну что, у нас с тобой вариант. Либо мы уничтожаем этого, а нам надо уничтожить. Либо уничтожаем этого. Я считаю, что уничтожать надо вот этого, ребят. Поехали. Тинс. Бум. Так. Да, у него бананов. Очень много, ребят, бананов. Набрал он там. Сейчас будет тут распылять, скажем так, все и везде. Угу. Ну что, пойдет сейчас бананы свои забрасывать. Угу. 3 единицы урона наносит. Перемещает. А, вот как. Слушай, ребят, вот это вот нельзя позволять здесь. Так, бананы, да? Эти вшивые бананы свои. Да иди ты. Погнали. Так, и того, что он там грибок сейчас высадит, да? Который, блин, это плохо, если он сюда его посадит. А он не стал, ребята. Угу. Вот так вот он сделал. Ну что, а делаем с тобой вот так вот. И, наверное, вот так вот. А еще вот так вот. Так, поехали. Ох ты. Лаву делает. А, да, у него же там очень много банановых этих бомбочек. Точно, точно, ребята, я вспомнил. Ну чё, куда его поставим? Сюда, наверное? Пускай идет. Тю-тю-тю-тю-тю, погнали. Король. Ну давай вот сюда его поставлю. Короля, так уж и быть. 2 гриба. Ну чё, ребят, я не знаю, ребят. Может быть, конечно, вот так вот сделать, чтобы сохранить. Так, и сделать что? Вот так. И вот так. Не знаю, зачем я это сделал. И, например, вот так вот.
Ну что, поехали. Угу, сработала защита у него. Все зомби на земле получают -1, -1. Ты это хочешь заюзать? А, это же у подсолнуха, а у тебя-то что? Я не помню, ребят. О, два шампиньончика размещает. Один сгорает. Ну, я тоже сгораю, правда. Ха-ха-ха. Жих. Ну что, и у нас получается... Только не надо этого... Вот, вот, спасибо тебе большое. Ну все, тут трындец, ребят. Тут трындец, тут же понятно. Что он там сейчас? У него две карты, правда, есть. Посмотрим, что у него за карты. О! Два грибочка у него, оказывается. Плюс заморозка зомби. И это все? И это все, что ты хотел сделать? Пи. Понятное дело, эти грибы мы сейчас с тобой уничтожим. А, нет. Не уничтожили. Но ему в любом случае крышка. Значит, я был прав. Он все-таки хотел на своих грибочках здесь разгуляться, но, видишь, не получилось у него. Так, ну что, разгром пока вроде бы дает разгрома. Все у него получается, две победы. Только не надо, ребят, писать в комментариях, да? Опять ты прицепился к одному персонажу. Ребят, дайте мне хоть раз, блин, приблизиться к 40-му рангу. Ну идет у меня за разгрома пока битва. Пускай она идет. Никому она не мешает, все хорошо. Блин, вот здесь вот опять гриб. Ё-моё, они тот же самый, а? Эпический диктатор, прикинь. Назывался он. Ну, а почему бы и нет? Блин, я не хочу, чтобы у него был гриб. Вот что, ребята, меня немножко нервирует. Флаг. Я, наверное, я пропущу. Можно было бы, конечно, выставить охотника, но мне кажется, у него грипп. Антигерой причем. Опачки. А вот это, ребята, хуже. А вот это хуже. Хм. Блин. Как быть-то? Ну, давай вот так вот сделаю. Фиксим, ребят. Я знаю, что он сейчас поставит наверняка гриб напротив меня. Ну, так и думал. Окей. Делаем с тобой тогда вот так вот. Перемещаем сюда. Погнали. Хоба. Дальше, дальше что мы с тобой сделаем? Ну, либо охотника вызовем, да? А знаешь что, лучше ничего не будем делать. Ох, как он, смотри. Ты гляди-ка, что творит, а, парень. Вот это выжигает, ладно. Сколько у нас там, 4 энергии, да, 4. Так. А ну-ка давай-ка, наверное, сделаем с тобой... Вот так. Слушай, мне кажется, я здесь фейлюсь. У меня отхила нету. Ты серьезно, блин? Ого. Крутенько, что я могу сказать. Сейчас получит звездюлей у меня. Йети. Он как делает, прикинь. Угу, хорошо. Сделаем так. Ой, ё, зачем? Все, ребят, это я уже тупанул. Это я уже тупанул. Ну и что ты мне прикажешь здесь сделать? У меня ничего нету, ребят. Могу максимально сделать. Ну давай, вот так вот. Эх. Пардишка, пардишка. Блин, он сейчас гриб выставит, да? Мы с тобой будем атаковать. Соответственно, это тоже будет меня бомбить. Да, фейл тут, ребят. И самое фиговое, что у меня не копится энергия. Хотя, погоди-ка.
Ну да. Блин, был бы у меня баллончик или вот этот. Вот этот бы пораньше бы выпал бы, и все было бы, ребята, идеально. Еще и рикошет делать, прикинь. Если я сейчас сделаю, он мне три в лицо пробомбашит, да? Так, а что, ты хочешь сказать, что если этот ханорик есть, то вообще от любого не восполняется у нас с тобой броня? Я не понял, что-то юмора. Вот так, ребята, на грибочках каких-то. Ну, это, конечно, все моя рука. Я имею в виду, у меня ничего не было такого мощного. Ни баллона... Карты все большие. Я тебе говорю, тут либо быстрая колода должна быть, тогда разгром просто тает, либо на легендарных картах. В остальном он рулит. Так что давай смотреть дальше. Так, зубостезила. Ну вот опять выдают всякую фуфляндию. Вот серьезно тебе говорю. Ну что это вот такое? Ну вот как вот можно играть, ребят? Ну ни одного персонажа не дали. Ё-моё. Я в шоке просто от этого всего. Вы что, издеваетесь сейчас надо мной, что ли? Ну ты посмотри. Трындец. Это, знаешь, как специально все делают. Ну давай проверим заодно, есть ли у него там что-нибудь. Пускай тратится. Во. Прекрасно, погнали далее. Надо было вот здесь, наверное, ребят, вставить. Я его поставил не туда, куда надо. Блин, я без понятия, что он там. Что он там мутит, ребят, я без понятия. Ну, давай спортсмена и поставлю сюда. О, ты понял? Ты понял, что он делает? Катись-ка ты отсюда, парень. То есть у него все растения, которые были до этого, становится 4-4. То есть он ждал, получается, да, эту фигню. Давай проверим. Угу. А я тебе говорил, что у него сейчас будут все эти 4-4. Ну что, погнали. Ну, допустим. Так, дальше сделаем вот так вот. И сейчас начнет своими этими орехами. Ну, тут, наверное, придется нам использовать, знаешь что? Вирус. Ну, я так и понял, сейчас будет бонусные атаки себе делать. Вирус, ребята, вирус. Так, поехали. Еще вирус выпал, да? Окей, ставим сюда. Начинает уничтожать. Начинает уничтожать потихонечку. Луна. Фигушки тебе. Так, и давай, наверное, еще вот так сделаем. Погнали. Ай, сработает, конечно же, сработает у него. Ну, понятное дело, уничтожает зомби с маленьким здоровьем. Ну, давай сделаем. Понятно. Сдался.
Хотел выставить спортсмена после нашего йети. Как-то вот так вот. Ну, планировал, по крайней мере. Ладно, отыграл одну победушку. Поехали дальше. Тридцать первый ранг. Марвин против нас. Окей. Да что ж такое, мода на грибы пошла нынче. Ребят, сезон что ли грибной, я не пойму. В чем проблема-то? Ночной колпак. Пошел в атаку. Так, ну в принципе, ребят, если он будет на грибах играть, у нас есть вот такая штука. Очень хорошая карта увядания, которая делает минус 2, минус 2 всем копиям. То есть если он будет грибы свои выставлять, естественно, мы сможем с тобой просто их всех уничтожить. Также касается это, если будут ананасы. Но я почему-то не помню, есть ли у колпака ананасовая вот эта вот карта. Не помню. Врать не буду, ребят. Хм. 100% у него есть грядка. Я тебе точно говорю, грядка у него есть. Надо только ее дождаться, когда он ее будет выставлять. Ух ты. Хорошую карточку ты мне дал, парень. Хорошую. Я тебе говорил? Я же тебе говорил, что он так будет делать. Гаденыш этакий, а? С прочерком, скорее всего, да, у тебя, парнишка? С прочерком. А что же у тебя там может быть? С прочерком-то такое, а? А давай пропустим. Если что, ребята, я буду ландшафт применять свой. Ну, смотри-ка. Ну тут сделаем немножко попроще мы с тобой тогда уж. Да? Пускай набирает карты. Так. Все? Нахапал там своих фасолек? Нет, все хапает. А теперь поменяем. Поехали. Так, валун. Ой-ой-ой, я не знаю, ребята. Рискованно, наверное, будет так выставлять. Блин, он, наверное, будет менять. Пропустим ход. Что он там делает? Ага. Опять? Ну ладно. Понеслась, поехала. Все? Все, ребята. Так, ну что, делаем с тобой так. Угу. А дальше мы с тобой делаем вот так. Ну и, соответственно, хиляемся. Пью, блин. Ну что ты там задумался? Окей. Я не удивлюсь, если еще у него будет этот гриб, ребят. Не удивлюсь нисколечко. Так, подожди-ка, давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем вот так вот. Рикошет, давай вот этого отрикошеть. Отрикошеть вот этого. Да чтоб тебя, ну... Ладно, друзья мои, у нас есть еще чем бомбить. Твою же налево. Дела плохи. Погнали. Так, сколько у нас получается? Так, так. И так. Ну что, поехали? Так, сделаем с тобой... И вот так. Что-то мне кажется, все равно тут фейл будет за мной. Сейчас своими картами тут все заставит, наверное, да? Что, убираем у этого паршивца, да, отсюда? Так, 4 гриба. 3 он уже профукал, ребята. 3 грибочка он профукал. Смотрим дальше.
Фасолик, да, у него таких должно быть дофигища. Что он там делает? Размещает грибы? Хорошо, пускай размещает. О, даже как. Пью. Все? Поехали. Так, воу. Подожди, подожди, у нас же вот этот еще тут фрукт есть. Никудышный, да? Так, что теперь будем делать? Друзья, как будем здесь справляться? Ну, поехали вот так вот. Наносит 3 единицы урона. Почему-то не стал... А, вот. Я думал, в лицо не стал делать. Вот так вот, прикинь. Вот на грибах на своих паршивых. Ну, ребят, если бы раньше бы все, конечно, бы сработало бы, то, естественно, ему бы раньше бы пришел бы конец. И я удивлен, что ему 4... Ну, 3, по крайней мере, 3 гриба, которых я уничтожил, ему выпало сразу же в руки. Это большая вообще редкость, друзья. Ну, вот ему выпало. Давай опять отвоевывать нашу проигрышную партию. Да вы, блин, сейчас все... Трындец, ребята, 9-5. 9-5, на тебе. Шар, блин, и ландшафт. Сейчас в лицо мне, если у него есть пятерка в лицо, он сейчас это сделает, поверь мне. А мне, блин, теперь тут страдаю вот с этими двумя картами. Молодец. Лучше, блин, не придумаешь. 2-2, ну давай посмотрим. О, ну, ну хоть что-то, ребята, дали. Сейчас посмотрим, будет он как-то атаковать или же нет. Конечно, будет. Конечно, будет. Да он денется, блин. Так, ну и что? Спортсмен. Ну давай выставим его сюда. Да ладно, ты серьезно, что ли? Я думал, ты немножко получше как-то... Да что ты? Я думал, ты немножко получше сыграешь. А ты вот так вот, да? Ну ладно. Так, что дальше, ребята, будем делать? Ну, давай вот так вот поставим. Ага, вот он раскололся. Значит, все-таки заморозка, да? Все-таки, друзья мои, заморозка у него. Что делать будем? Блин, я даже не знаю, что будем делать-то. Как тут лучше сыграть? Наверное, я пропущу ход. Сейчас уничтожит своими этими капельками. Ну, а я тебе... А если бы я сейчас выставил его, естественно, он бы его уничтожил, ребят. Понятное дело. Тю-тю-тю-тю-тю, да. Жаль. Все? Блин, сколько у него там заморозки это, я не знаю, друзья мои. Попробуем так сделать. Мне в любом случае... А, смотри, значит, у него все-таки есть заморозка, да? Растение получает 2 плюс 2. Так, хорошо. Раз, два, три. Не то мне выпало, блин. Так, ну что?
Ну давай сделаем так. Попробуем. Если у него там... Я знаю, что если я буду вызывать надгробие, естественно, он будет замораживать. Опа-на, ты смотри-ка, что у него. У него вообще все есть, да? У него вообще все есть. Погнали. Так, 4. Вот так, а да, значит? Ну что, убираем этого отсюда, хлыща. Так. Ну теперь погнали. Погнали, такой бегун, блин. Не удивлен. Абсолютно, ребята. А вот это вот плохо. Так, 4 и тут 3. Блин, 7. 7 в лицо, ребят. То есть, ну, не выжить уже тут получается, да? Ну, не выжить, ну, никак просто. Ну что ты будешь делать, а? Ну что это за непруха такая? Да правильно я говорю, вот дадут они в самом начале тебе вот эти вот 9, блин, энергии, 8 энергии. И что ты будешь с ними делать? Да ничего. 49 ранг, друзья мои. Сейчас достанется мне, вот он. Ты прикинь? 49 ранг. И заметь, мне что, блин, написано на лбу, что я любитель грибов, блин, а? Ну скажи мне на милость. Неужели это опять колода с грибами? Что-то мне кажется, что да. Именно та колода, грибная, так скажем. Не. Поехали. Что у тебя, наверняка там уничтожить всех зомби на земле, что ли? Что-то такое впечатление складывается. О, как делает. Зачем прочерк, да? У тебя, гаденыш, прочерк. Что-то не переживает. Теперь моя очередь вылавливать его. Егор, это очень хорошо. О, редисочка. Это не вариант, редисочка. Это не вариант. Так, я хочу попасть. Куда ты хочешь попасть? Попасть ты хочешь. Так, ну что, ребята, сносим, естественно, редьку эту. Чпок, здесь мы с тобой сделаем. Через безумие сыграем, да, наверное? И... Ну да, уничтожим. Таким вот образом, погнали. Раз. Два. Блин, у него сработает. А, нет, не сработало. Он сейчас там поставит, не знаю, ребят. Что? Угу, на линии их размещает. Превращает и вытягивает еще карту, а? Ты посмотри, охламон, что делает. Ух! И ведь не что-нибудь выпало, ребята. Ведь не что-нибудь, а именно, блин. Как ее звать-то? Ты понял, да? Кого он сейчас уничтожит? А, рикошет. Ну вот давай только не вот этого. Сумоиста. Отлично. Пятерочку в лицо сейчас еще бамс нам в наказание.
Ну, что будем делать? Сумоиста ставить, да? А здесь вот так вот. Да, слушай, хорошая карта, ребят. Да не надо говорить, что у тебя грибная все-таки, ребят. Неужели, а? Так, ну что, надо 4 в лицо ему пробить. Будем пробивать 4 в лицо, но другого варианта нету, ребят. Другого варианта нету. Прикрывается, это понятное дело. Эх. А, тут у него по 2, да? Так, 2 в лицо. Зомби здесь обладает способностью охота. Так, ну что нам сделать-то? Сюда его. Поехали. Угу. Так, ну что, друзья мои, давайте, наверное, сделаем следующее. О, как. Опа. Добирает картишки, ну, понятное дело. Угу. Убирает, да? Убрал. Так. Понятно, захиляемся. Опять, да? Опять 25. Что за мода, блин, пошла на этих чучмеков? У него там наверняка опять рикошет будет. Вот чую я, будет рикошет. Что бы мне такое сделать? 3-4, да? 3-4. Погнали, короче. Иду ва-банк, друзья мои. Угу. Так. У него еще одна, ребята, ячейка есть, где он может что-то поставить. И дальше все. Ну ты смотри, что творит, а? Тыч. Все, ребята, да? Давай вот так вот сделаем. Нет, нет, нет. Вот чепушил. Ты прикинь, вот, блин, я не могу, ребята, с этими... Да не надо мне никакие наборы, без наборов. Короче, давай мы с тобой сделаем, знаешь что? Раз пошла такая пляска, именно грибная, да? Будем с тобой менять колоду. Так, я, насколько помню, этот подсолнух тоже на грибах, да, у нас идет? Че я за колоду взял? Спортивная, по-моему, спортсмена, ребят, здесь. Ну, сейчас будем проверять. Потому что, ну, на самом деле, сколько можно этих колпаков? Колпаки просто один за другим идут, и все. Ну и чего? Так, я понял. Давай сюда. Сюда перекинем. Поехали.
Чпок. Так, три. Три энергии, да? Давай поставим Колизей. Мы поставим Колизей. Хоба, у него яблонька. Не, эта колода не очень хорошая, друзья. Я бы сказал, очень нехорошая. Йети. Куриные бега. Да ты заколебал, а? Со своей мымрой. Так, сейчас у него еще сработает защита. Так, у него на одну энергию теперь больше будет. То есть у меня 5, у него 6. Пропускаем ход. Так, древесина, да, значит, выпала. 9 в лицо, как неохота, ребят, получить. Так, ладушки. 9 в лицо. Поехали. Только не говори, что ты его сейчас куда-нибудь смести. А, слушай, да у него волн, оказывается, что? -1, -1 получает все зомби на земле. Так, будем до последнего с тобой здесь бомбить. Поехали. Блин, жалко, мне нельзя бега сделать. Опа. Так, ну что, защита срабатывает. Так, так. Захиляемся. Тынц. Так, сюда. Что же нам с тобой сделать? Ну, давай сюда поставим. Ты смотри, что... Что вытворяет, а? Так, ладно, давай проверим. Защита сработает? Защита сработает. Что нам лучше сделать здесь? Ну, лучше с тобой сделать вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. Это сгорит, понятное дело. А, даже так. Он, наверное, думал, что защита у него сработает. Ну, я тоже так иногда бывало думаю, да? Но она не срабатывает. Трындец. Вот как вот... Нет, ребят, колода это не то. Давай вот эту попробуем. Давай эту попробуем. А не это ли у нас была в начале-то? Ладно, один бой еще сыграем и, наверное, будем закругляться. Да, друзья? Ну что? Нашли кого-то. 20-й ранг. Интересно, интересно. А вот это, по-моему, ребята, как раз... Нет, это не спортивная колода. Это что-то... Смесь какая-то у нас. Окей, давай смотреть. Будет мне стрелять горохом своим или нет? Интересно. Кого он туда хочет влепить?
Скажи ко мне на милость. Кого он туда хочет поставить? Ну, мы уничтожим с тобой на следующий ход, естественно. Hello. Вот тебе Вот так он решил потратить. Окей. Это дело его, ребят. Так, ну что? Погнали. Ты меня решил достать, что ли, своими этими чупакабрами или что? Поехали. Вот тебе и вау. Угу, давай сюда. Что там у тебя, интересно? Так, у Горуха одни бобы. У Горуха одни бобы. Так, ну что, этого мы уничтожим на следующий ход, я так понимаю, да? Через... Ну, уничтожить вряд ли, а... О, даже как. О, даже как, ты посмотри. Тогда, конечно, лучше вот этого бомбить. Не то, не то мне нужно было. Ну, давай сюда сделаем. Ох, не то мне выпало, друзья мои. Так, три. И что, три? Пропускаем ход. Ну, тут что-то уж вообще, ребят, перебор по ходу дела. Нифига он, блин, два этих. Этого, понятное дело, уничтожаем здесь. Поехали. Сейчас бы мне как пригодился бы баллончик, а, друзья мои? А его нету. Вирус. Слушай, вирус это хорошо. Ох ты. Ты прикинь, что у него есть. Что у него было, ребят. Но это 100% ему этот достал. Уничтожил всех. Стоп. Ну а что, я ничего не могу сделать, ребят, здесь. Звезда, да? Ты прикинь, навытаскивал. Ну тут все, ребят, тут делать мне нечего. Фейл, понятное дело. Сейчас защита сработает, но это мне как-то... Отхиляюсь. 5, 11 и 14 лицо. Все вот эти вот... Огурцы. Виноваты, ребят. Все огурцы. Так. И... И что мне это дает? Да ничего, ребят. Да что тут думать? Вот сюда ставишь любую карту, да и все, у меня защита срабатывает. А дальше уже этот пробивает насквозь. Тут даже думать нечего. Вот и все. Видишь, что нахапал? Просто посмотри, что он нахапал. Вот и все. Охончие угодья. Капканы эти. Эх. С двумя огурцами, блин. Да я больше уверен, что у него не два огурца, а все четыре было. И опять мы с тобой скатываемся. И вот так вот, друзья мои,
получается. То я, то он, то я, то он. Ну, больше, конечно, я проигрываю. А раз мы с тобой скатились до ноля, можно взять другого кого-нибудь, да? А кого? Кого другого-то? Замеха? Давай хотя бы посмотрим, что у него там за колода хотя бы для начала. Чё-то какой-то шифпотреб. Так, секунду. Баллончик есть, это есть, это есть. Вирус есть. Вот эти-то зачем мне два? А это нафига? Все равно тут не получится выставлять гаргантюа этих раньше времени. Их надо как минимум 4, только тогда будет нормально все получаться. Так, и что? Вот этот тоже нам не нужен, ребят, вот это вот. Уже давно его, кстати, не использую. Не знаю, как он там затесался. Ну что, попробуем давай. Давно я не играл, кстати, за замеха. Давай. Тут уже, как говорится, все равно ниже 35 ранга не слетишь, не скачешься. Пока есть возможность поиграть, поиграем. Заметил такую тенденцию, что вот когда начинаешь, ну я уже говорил раньше, да, играть за одного персонажа долго, тебе начинают таких противников давать, с которыми ну просто невозможно, ребята, справиться. Даже если у тебя есть карты подходящие, тебе все равно дадут какое-нибудь фуфло, понимаешь? Типа там, там, я не знаю, зомбобота на самом начале, или там водяного гаргантюа, который стоит там по 7, 6, 8 энергии. Понимаешь? Так, пжж, Егор. Так, Егор, сыграй со мной. Ну, сейчас, если этот не будет участвовать в поединке, я тебя вызову. Да, соперник отключился. Ну, тебе повезло, Егор, давай. Где ты там? Сейчас тебя позову в поединок. Так, он находится у нас, по идее, в друзьях, да? Ох, сколько здесь еще запросы. Так, как там Егор? Вот он, да? В свободном бою. А, он свободно. Все. А кого я взял-то? Можно мне изменить? Блин. Давай я вот так вот сделаю. Сыграем. Сейчас повторить попытку позже. Так, попытку позже. Ну, он в свободном бою, да? Я даже не знаю, сколько ты будешь там играть-то в своем свободном бою. Тогда пойду и пока сыграю в рейтинговом бою. Так, 36 ранг против меня. Опа, опа, опа. Ну ладно, давай, попробуем. Два книголюба. Ох ты, ох ты. Да все, уже поздно, ё-моё. Так, что делать-то будем, а? Да поздно, говорю уже, ну что ты в самом деле-то? Давай вот так вот сделаем. Ты смотри-ка, а? Ох, разошелся-то парень. Ты гляди-ка, что сейчас будет, ребят, я даже не представляю. Тинс. Пумс. Охо-хо. Это уже, ребят, не смешно. Так, что будем делать? Ну, давай вот так вот, наверное, сделаем с тобой еще.
Ты гляди-ка, что творит, а? Так, у нас с тобой это что, сила? Или здоровье, я не помню. Это, по-моему, атака. Тюн. Окей. Так, всех разбомбил сам же, да? Ну что? Погнали. Так, а у нас сколько энергии-то? Куда? Он его сюда, что ли, перемещает? Даже так? Ох ты, буржуйтый, недоразвитый. Ну, на тогда, получи. Доволен, надеюсь. Так, ну что у нас там? Слушай, а этот король, он не спортсмен? Нет, это усы, история зомби. Все что угодно, но это не то, что нужно. Так, а вот здесь вот, тут, здесь можно, ребятушки, немножечко пошалить. Ага. Да, конечно. Нет, тогда фигня получается, ребят. Куда бы его нам сместить-то? Давай вот сюда вот его сместим. И сделаем с тобой вот так. Этот прокачиваться будет? Будет. Поехали. Дай бог выиграть. Спасибо тебе большое. Тутс, рыцарь, да? Круглого стола. Так, ребята, теперь... А что теперь-то? Теперь сделаем вот так. И надеюсь, что нам повезет. Да ты смотри, а. То есть наша мумия нас будет сейчас спасать по-крупному. На тебе. Так. Теперь делаем следующее. 4. Делаем вот так. И вот так. Крокодил. Окей. Крокодил уничтожит мумию. Понятное дело, ребят. Так, что у тебя там? Горошина, да? Которая 5 в лицо дает. Ну, тоже неуязвимость, прикинь, поставил. Так, хоба. Все, да, ребята? Эх, некуда мне влепить. Некуда, ребята, влепить мне вот этого вот. А ты знаешь что? Погоди секундочку. 4,3, да? Ага. Ну-ка. Мороженка выпала, прикинь. Так, ну что, делаем с тобой. Блин, у него крокодил, ребят. Поехали. Ну-ка, посмотрим. Тюнс. Дай ему крышка, ребят, все. Смотри, пробиваем. Тю. Так, такой не хочешь? Так, я не понимаю, ты, Егор, ты...
А как он может видеть? Он не видит. Все, давай его призовем, в конце концов. Где там Егор? Давай. Вот. Давай, сыграем. Че он там писал? Не сейчас? Ну ладно. Все, ребята. Короче, я закругляюсь. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.